Полвека на страже безопасности страны. 50-летний юбилей учебного заведения с размахом отметили сотрудники, учащиеся и ветераны пожарно-спасательной академии. В торжественном построении приняли участие более 3000 человек. За время своего существования учебное заведение не раз меняло статус – от училища до академии. Поздравить «Альма-Матер» прибыли известные выпускники с крупными звездами на погонах. На территории всего Советского Союза было 8 учебных заведений пожарно-технического профиля. Ивановское училище, оно является одним из самых молодых, но тем не менее учебная и материальная база, которая создана за короткий срок, за профессор Прибавель Скостов, который здесь преподает и учил меня в свое время. Это самые лучшие учителя, это самая лучшая материальная база. Сейчас пожарно-спасательная академия – это мощнейший научно-учебный центр. Обучение в нем проходит 1500 студентов, курсантов, слушателей. В этом учебном учреждении огромный конкурс для поступающих. В приемную комиссию выстраиваются очереди. Учиться в Ивановском противопожарном вузе очень престижно. У нас в академии учатся представители более чем 40 субъектов Российской Федерации. Допустим, если взять кадетский корпус, то из 80 кадетов – это 17 субъектов Российской Федерации. В кадетский корпус в этом году из 170 заявлений мы набирали только 40 человек. И, соответственно, курсанты тоже едут со всей страны. На праздничном мероприятии первые звезды из рук представителей региональных властей получили учащиеся старших курсов. Им были вручены погоны младших лейтенантов. Кадеты пожарно-спасательного корпуса Академии получили погоны вице-сержантов. Лучшим сотрудникам вручили ведомственные награды и благодарности от руководителей органов государственной и муниципальной власти региона. Традиционно выпускники старших курсов провели церемонию передачи карабинов новому составу роты почетного караула. Мария Смирнова, Николай Тихонов, РТВ Иваново.